Около 10 часов утра в 8-м тоннеле дублера курортного проспекта загорелась ВАЗовская пятерка. По словам водителя, он почувствовал запах паленой проводки в салоне и решил сделать аварийную остановку. Почувствовал запах проводки, остановился, оторвал клемму, но уже ничего сделать не смог, не успел. Вы выбежали, да, из автомобиля? Выбежал, огнетушитель, вода, ничего уже не спасло. Буквально 6 секунд автомобиля нет. На место выехало 6 пожарных расчетов с центрального района, микрорайона Мамайка и поселка Дагомыс. Также были задействованы мотоциклы быстрого реагирования, автомобили мобильного тушения и комплекс управления воздушными потоками. Потушить пожар удалось в кратчайшие сроки. Включились газо-дымозащитные звенья, подали водяные стволы и в 10 часов 6 минут пожар потушили. Причина – предположительное короткое замыкание электропроводки, никто не пострадал. Движение транспорта в тоннеле было возобновлено в 11 часов. Машина выгорела полностью и восстановление не подлежит.